удовлетворенность работы банковской системы со стороны потребителей. Такая оценка должна быть не только у ЖКХ или, допустим, медиков. Чем вы лучше? Работаете с людьми ежедневно. Меня беспокоят участившиеся случаи кибермошенничества, списание средств с банковских карт и тому подобное преступление. Даже в этом Газпромбанке дошли до того, что на полдня или на день, мы сейчас проверяем эту информацию, изменили курс для того, чтобы работники банка смогли поменять свои деньги на доллары по более меньшему курсу и к вечеру подняли обратно его на соответствующий уровень. Почему у нас банк это не видел? Предприятия жалуются на завышенные расценки на банковские услуги. Например, так называемый эквайринг, безналичная оплата в магазине, в интернете, через телефон и так далее. А министерство по антимонопольному регулированию и торговле куда смотрит?